В пятницу в городской мэрии наградили самых талантливых и эрудированных школьников, победителей городских олимпиад. В регионе их около 100 человек. Впервые в этом году на церемонии были награждены маленькие звездочки – победители городской олимпиады для учащихся начальных классов «Турнир смешариков». Для них это первая победа. Не остались без внимания и педагоги призеров олимпиад. Им были вручены благодарности. Мне хочется отдельное слово благодарности сказать, конечно, нашим педагогам, школ, которые сегодня не только готовят талантливых детей, да, они всегда на шаг впереди наших детишек. Я вот удивляюсь, как можно вот так оперативно сюда вот догонять вот ту динамичную жизнь, которая есть. Всегда готовят таких талантливых детей. Из года в год, из года в год. Поэтому мы гордимся тем, что у нас есть такие педагоги.